4 ноября страна отметит государственный праздник – День народного единства. К этой дате в школах и детских садах городского округа Люберцы проходят патриотические уроки. Наша съемочная группа побывала на одном из них. Вы знаете много праздников. А теперь я хочу вам рассказать, что в нашей стране есть еще один праздник. Он достаточно молодой праздник и появился не так давно. И называется этот праздник «День народного единства». Смысл этого праздника Тамара Ракитина объясняет детям в игровой форме. Так малыши лучше понимают и запоминают информацию. Рассказывая о дружбе народа в огромной стране, воспитатель привела в пример их группу. Дети все разные, но живут в мире и никогда не ссорятся. Мы все хотим как жить? Дружно! Молодцы! И этому доказательство наша сеточка дружбы. Уроки на патриотические темы в дошкольном отделении 27-й школы проводят регулярно. Учреждение образования – постоянный участник всероссийского конкурса «8 жемчужин». И в этом году педагоги представят свою работу в области нравственно-патриотического воспитания детей. Прошли первый этап, сейчас вышли на второй этап. Значит, выполняем там, готовим презентации, всю нашу работу, которую мы ходим к различным мемориалам, музеям, памятникам, чествуем ветеранов, участвуем в различных акциях. Это вот «Окна Победы», конкурсы рисунка, всегда выходим победителями. Это все собираем и, значит, решили, что у нас накоплен большой опыт и что мы можем представить свой опыт уже на таком уровне. Воспитанникам младшей логопедической группы показали презентацию и рассказали о подвиге Минина и Пожарского. Теперь дети знают еще об одном главном празднике нашей страны. 4 ноября – День народного единства. Это очень важный праздник. Он создан для того, чтобы все народы в России жили дружно. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.